Эти кадры как визитная карточка недели. Юг страны опять подтопило. Там, где не хватило профессионалов, вновь понадобились герои. Вот так в Туркестанской области люди спасались от большой воды. Мощный потоп сняли на видео очевидцы. Как оказалось, в машине находились трое. Мужчина, беременная женщина и 7-летний ребенок. И спас их аким Мынбулакского сельского округа Галымжан Акимбаев. Аким обвязал себя веревкой и вытащил людей. На неделе страна переживала за Туркестан. Дожди и таяние снега подняли уровень воды в горах, в горных реках. Вода устремилась вниз по склонам и пришла в Кентау, Туркестан и несколько районов области. Только по рекам, протекающим в горной зоне Кентау, Тюлькубас, Казыгурт, Толиби, Сайрам, в общей сложности около сотни паводка и сели опасных участков. На них расположено 46 населенных пунктов. Люди жалуются, что потепление в южных регионах, таяние снега, дожди, паводки в очередной раз становятся неожиданностью для МЧС. А главный спасатель Юрий Ильин заявил, что нынешняя ситуация была спрогнозирована заранее, поэтому удалось снизить риски. Истину, которая где-то посередине, искали наши корреспонденты. Жительница поселка Шага Анар Гаипова боролась с потоком, как могла. Черпала воду ведрами, укладывала мешки с песком. Но отстоять у стихии подвал и сарай не смогла. Их затопило. Уголь весь намок, сено. Хорошо, животных увезти успели в другой аул. Детей тоже к родственникам отправили. Два дня сон уже потеряла. Голова кругом. Если в домах воды уже нет, то некоторые подворья все еще затоплены. О том, какой ущерб нанесен, сейчас выясняет комиссия. Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, она прогнозировалась. Неоднократно мы докладывали на территорию, что на заседаниях правительства, штаба, что с учетом выпадения обильных осадков в виде снега на именно Туркестанской области есть риски. Благодаря, наверное, своевременной работе минимизировали риски. И это на сегодняшний день они большей частью уже ликвидированы. Силы и средств на сегодняшний день достаточно. Люди, которые вынуждены были покинуть дома, начали возвращаться. В борьбу со стихией и последствиями включились буквально все. В данный момент районам ничего не угрожает, однако все же сохраняется опасность в регионе из-за обильных осадков и активного таяния снега. Мы готовимся к этому, контролируем и ведем аэровизуальный осмотр. Противопаводковые мероприятия продолжаются, ведутся работы по отводу воды. По данным ДЧС, почти 200 дворов освобождены от водного плена. Вновь проведен аэровизуальный осмотр реки Арыс, где увеличился уровень воды. И особое внимание на Шардаринское водохранилище. Водный гигант стремительно заполняется. Сейчас в Шардаре около 4,5 миллионов кубометров воды. Причем 5 миллионов 200 тысяч – это максимальный объем, который она может удержать. Но в комитете по водным ресурсам успокаивают. Поводов для паники нет. На данный момент опасности нет. Поступает 1300 кубометров воды. У нас есть возможность получить такой объем воды за 25 дней и отправить дальше. Специалисты же переживают, что по Сырдарье в водохранилище поступает слишком много воды из соседних стран. В секунду прием составляет 1500 кубометров. Эксперты говорят о необходимости снижения объемов подачи воды в соседних странах. Нам же нужно больше сливать в Арнасайскую впадину. Ведь Коксарай тоже не безграничен и уже заполнен больше, чем в прошлом году. Самое главное здесь – это дополнительное гидротехническое сооружение. Если бы оно было, можно было держать эту воду на своем уровне в нынешних условиях. Лишняя вода сама бы ушла. Тогда не было бы проблем. Предложение о строительстве дополнительного гидросооружения в комитете обещали рассмотреть в ближайшее время. В целях предупреждения угрозы местные специалисты также обратились в Министерство экологии с просьбой получить разрешение на увеличение сброса в Арнасайское водохранилище с 500 до 1000 кубометров в секунду. Повышенные притоки идут с территории Узбекистана. Шардара наполнена более чем на миллиард кубометров по сравнению с предыдущим годом. Ее объем сейчас составляет уже 4,5 миллиарда. Сейчас уже начались попуски воды в Арнасайскую низменность Узбекистана. И риски состоят в том, что в случае такой же погоды, как у нас на территории Узбекистана, возможно увеличение притоков в Шардару. Соответственно, вынуждены будем больше сбрасывать в Шардарью.
Воды много в этом году и в Кызылординской области. В регион она прибывает со скоростью 630 кубометров в секунду. Это больше обычного. Уже наполнились мелкие русла рек. Долгожданная влага дошла до самых отдаленных точек области, где ее давно ждали. В 16 сельских округах даже начали подготовку к весенне-полевым работам. Из-за льда уровень воды поднимается, а она в основном направлялась в низовья. И сейчас из-за этой ситуации северная часть Арала начала наполняться. Приходу воды радуются жители села Аманаткель. Каирбол Кайперена в прошлом году, чтобы собрать урожай кормовых трав, вынужден был использовать технологию капельного орошения. А тем, кому это не удалось, трудно было в сезоне, говорит Аксакал. В этом году удастся не только клевер вырастить, но и бахчевые. Озера Камбаш, Акшатау за три года полностью пересохли. Сейчас они все наполнились водой. Люди воодушевились, готовятся к посевной. Надеются, что теперь все наладится. Теперь и скот погибать не будет. По поручению главы государства разработана программа сохранения Малого Арала. На это предусмотрены деньги из бюджета. Уже начались работы по строительству и ремонту гидротехнических сооружений. Карашаланг, Кульнин, Ека канал. Мы начали строительство двух каналов около озера Карашалан и еще одного близ магистрального канала Сарытерен. Этот проект будет завершен в 2024 году. Это позволит уменьшить уровень засорения как самого Арала, так и земель рядом с ним, а также благотворно повлияет и на сохранение популяции рыбы. Сейчас, кроме жителей аула, вдоль Сырдарьи земледелием хотят заняться фермеры в отдаленных пустынных землях. Здесь местные власти решили рыть колодцы, а площади под сельхозкультуры увеличить до 3000 гектаров. Больше воды и осадков регистрируют в этом году и в Шымкенте. Водопропускные каналы Шымкента освобождают ото льда. По данным департамента ПЧС, они впервые замерзли. В этом году зима в мегаполисе выдала снежную. Высота сугробов превысила 30 сантиметров. А после покровы законсервировали сильные морозы. Теперь при помощи тяжелой техники канал освобождают от ледяного панциря. Его убирают, чтобы в случае необходимости был безопасный проход воды и не произошло затопление больших площадей. Каналы проходят вдоль жилых домов. Наполняемость водохранилища составляет от 5 до 60%. На сегодняшний день запас воды в водохранилищах достаточно для приема талых вод. Соответственно, на сегодняшний день местными исполнительными органами власти, то есть акиматами и коммунальной службой, проводится полная механическая очистка всех арыков, каналов и ирригационных систем. Подготовлено более 10 тысяч мешков с песком. Организован штаб в департаменте из представителей всех служб гражданской защиты. Тем временем стихия еще не отступила, говорят синоптики. Они еще прогнозируют обильные дожди на юге страны и потепление. Главное – не пропустить новых подъемов. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, ЖТКУ.